Вместо ежедневно привычной картины с большим количеством машин на торговой площади около Дмитровского посада, жители и гости города наблюдали массовое скопление мототехники и ее обладателей. Ежегодно в преддверии празднования Дня города наши байкеры проводят мотопробег по улицам города. Стоит отметить, что этим ребятам не совсем нравится, когда их называют байкерами. Им больше по душе обращение «русский мотоциклист». Руководители мотодвижения в Дмитрове объяснили этот факт тем, что сегодня и так засилье иностранных слов, а русский мотоциклист – это звучит гордо. Достойный человек-русский мотоциклист. Этим все сказано. Это патриот, это, прежде всего, конечно, любитель мотоциклов, это братство определенное. Вот. И, конечно, православие – это вера. Современный русский мотоциклист, я считаю, что это, во-первых, ведущий трезвый образ жизни, ну и с головой относящийся к мотоциклу. Вот. В первую очередь, конечно, понимающий опасность, да, какую он для себя и для других представляет на дороге. Сегодня в городе работают Дмитровское отделение клуба «Ночные волки» и мотоклуб «Дмитров». Кроме своих внутренних мероприятий, члены клуба активно участвуют и в жизни города. Если взять прошлый год, у нас в прошлом году было 54 мероприятия. То есть это большое и разнообразное количество мероприятий вот на те вышесказанные темы, которые вот мы озвучили. Принять участие в мотопробеге в преддверии Дня города приехали также члены мотоклубов из Сергиева Посада, Талдома, Дубны и Клина. Как правило, и глава Дмитровского района Валерий Гаврилов в этот день садится на мотоцикл. Я открою тайну. Валерий Васильевич имеет жилетку мотоклуба «Дмитров», поэтому его участие в этом пробеге, да и мы просто любим свой город, поэтому его и устраиваем каждый год. Глава и в этот раз решил не пропускать мотопробег. С импровизированной сцены он поздравил всех с юбилеем города и вынес на обсуждение предложение на будущий год. Следующий год вся наша страна будет отмечать 70-летие победы советских войск над фашизмом. Вот есть предложение, давайте вместе продумаем маршрут, и можно по боевым местам на 3-4 дня вот всей такой колонной поедем, или может в отдельности по группам разобьемся, но маршрут надо заранее отработать, мы продумаем, в каких местах мы будем останавливаться, вот реально доказать всем, что мы единое такое братство. После двое байкеров, или как они себя называют, русских мотоциклиста, продемонстрировали виртуозное вождение с оговоркой «другим не повторять». Затем колонной, которую возглавил Валерий Гаврилов, мотоциклисты проехали по улицам города. Остановку сделали около мемориала «Вечный огонь», чтобы возложить венок.